Всем привет! Парень купил машину себе. На мой вопрос, зачем она себе, он ответил, что модель редкая и очень ему нравится. Мне надо будет ее ремонтировать. Итак, машина у меня в мастерской. Для ремонта я имею передний бампер, часть поддержки радиатора, капот и балка бампера с рамками под фары. Ремонт начинается с разборки переда. Балка бампера на этой машине крепится не только болтами, она еще и приварена. Итак, перед машиной разобран. Лонжерони в этой машине крепкие, поэтому остались на своем месте. Рамки фар будут заменены. Ну что, начинаю работу с металлом. Сначала удаляю рамки фар. Рамки удалил и сделал измерение. С правой стороны эта часть находится немного ниже, чем правая. Подниму ее.
Отлично. Теперь устанавливаю рамки фар, устанавливаю верхнюю часть поддержки радиатора, делаю измерения. Если все расстояния одинаковые, свариваю. Сварочные работы закончены. Начинаю установку деталей переда. Передние крылья имеют немного вмятин. Исправляю это. Thank you.
продолжаю сборку. Моя работа закончена. Эта работа заняла 21 час. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!